Всем привет, с вами Артем Сосыкин. Мы на супер крутом, пойдем со мной, на супер крутом мероприятии. Это двухдневный международный чемпионат по средневековым боям. И сейчас мы будем брать у людей, которые здесь есть, у бойцов и у зрителей, всякие разные интервью. Здравствуйте, я Володя Штайнер. Вы шляпа. Шляпа усатая, иди сюда. Потому что я ведущий. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что вы здесь делаете? Люблю бить, в стыке доспехов. Ты что, дурак, что ли? Это быдло, это не рыцарь. Нет, я быдло. Чем вы отличаетесь от рыцарей? Ну, тем, что я быдло. Вы плохой парень, это нам нравится, отлично. Ну что, вы составите мне компанию? Да, у нас есть полминутки. Перед нами представитель китайской сборной. Он не говорит на русском. Tell me. After first Dynamo, is your eyes more bigger? Major, 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 major. No, he said no chance. His eyes still the same. If you lose in some fights, are your government shoot you? Не. He said нет, no. Кто-то из вашей команды вчера дал мне по жопке, по булке. Ты не знаешь, кто это был? Я что-то слышал. Говорят, он и правда был из нашей команды, но я точно не уверен. Потому что, ну вот, вот я всю ночь не спал, ворочался, слева храпел один из наших старперов, а справа был молодой, они уже спали, и даже некому было пожаловаться. Ты передай вашим ребятам, как бы, израильские булочки вас не забудут. You drink Russian vodka. Я нашел человека, который умеет говорить по-английски. Это мой оператор. Представься нам. Катя. Всем плевать. Катя, пойдем возьмем интервью. Вася, сматерись. Вася, сматерись в кадр. Ну давай, сматерись. Скажи пися. Скажи пися, Вася. Ладно, давай. Ты пися. Ха-ха-ха. Да не отвлекайся. Работай, работай, Василий. Привет, французик. Привет. Как ты? Хорошо. Тебе нравится здесь? Да, отлично. Это же так здорово, вот приехать сюда, почувствовать себя персонажем какой-то сказки, эльфом или единорогом. Кто тебе больше нравится? Бои. Привет, можно задать тебе пару вопросов? Да, пожалуйста. Что ты здесь делаешь? Я сюда приехала с командой бойцов из Сибири. С командой бойцов из Сибири? Да. Тебе нравятся рыцари? Есть немного. Может быть, у тебя уже есть свой рыцарь? Нашла себе? Да, конечно, у меня есть рыцарь свой. Так, слушай, а тебя не смущает, что твой рыцарь тратит вот эти бешеные деньги на доспехи? Ну, все-таки, как он тебе говорит, 2-3 тысячи за элемент доспеха, это же огромные деньги. 15, не хотите? 15? Он сказал ей 15, а я ему занимал 40. Ну, это так, но это секрет. Нормально, да? У нас к тебе вопрос. Он очень важный. Турнирную сетку составляли за деньги? Нет. А скажите, пожалуйста, пикай в глаз или фальшионом раз? Принеси ко мне дубиночку, пожалуйста.